Всем привет, друзья! Соучастка нашего дома, а то всем он помогает нам. Саша сарай ложит стеночку. Сарай, ну, разделяет эти двери, короче, там. Вот Антоша слаживает эти вот брусы. А я вот в эту вот кучечку, короче, сортирую доску. То, что мы разбирали с лесов, короче. Вот тут вот, видите, уже разбирается. Потихо делалось, но сейчас уже холодно. Так что бедный пенопласт нас вот, ну, так вот будет зимовать. Вот. Ничего не поделаешь. Придет тепло, весна. Быстренько забабахаем, все заделаем. Вот отсюда вот эта куча. Уже перетаскала какую-то часть. Вон туда сики. Сюда вот скидываем кривое, что будем потом созревать, что лучшее выберем. А что похуже пойдет на дрова. Тася, привет! Вот. Ой, какой же Антошка переносил сюда балок. А то делает папа. Пап, ты что делаешь? Коников лепишь? Смотри сюда. А то делает мама. Пока что, да, со свивидящим боком хожу. Надо трошки отдохнуть. Ну-ка много бегать. О, наш оттуда. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. По одной палочке. Тык-тык-тык-тык. Фитнес, да, фитнес хороший. Папа в кубики-рубики играется. Майнкрафт или как это называется? Тоша, как называется игра, где кубики слаживают? Какие? Ну, вы же там квадратные носите снеги. Копаете клады, потом строите нечто. Квадратные люди. Майнкрафт вроде бы. А, Майнкрафт вроде бы. Ну, вот и все. Стеночка какая. Будет курочки тут будут сидеть. А зачем тут два окна, между прочим? А? А, ну такое. Что, доча? Волта она хотите? Доширака захотели? Хорошо, сейчас скоро будем обедать. Так что, дети захотели доширак. Это в этом ТикТоке есть. Это у нас с Настей просто мне мало секунд стояло, потому что не договорили. Типа, я вам не кухарка. Доширак будете у меня есть. Это мы не едим, это мы не хотим. Все, я вам не кухарка. Доширак будете у меня есть. Так что сегодня я вам не кухарка, будет доширак есть. Молоток, молоток. Папа, а эти кругленькие куда? На дрова пойдут? Это дрова. Положи все, ну и правильно. Ну какой у нас силач уже вырос, помощничек. А что ты прибил? О, ты соединяешь большим гвоздем. А ты боишься, что курочки стукнут по стенке, она упадет? Ты пьяный, упою я тебя. От воды пинеть будешь. Картошкин пришел. Где дошка эта? Доширак девочки просили заваривать. Ты сам погреешься заодно. А учим ему будет заваривать доширак. Не знаю, ничего мы не везли. Где-то елки. Там должны быть эти пиалочки. Тошка найдет. Водичка там есть, помоет, если что, да, сынок? Молодец. Ну, сыночек все сам справится, сделаю. Что такое? Тяжелый кубик. О, тяжелый кубик, Рубик. Тихо, чуть не уронил. Оп, солдатик. Шалда.
солдатики. Мы его лепили из того, что было. А потом что? А потом что? А, потолок? Ага, да. Потом потолок. Будем сено сбрасывать туда, да? Будет тепленько. Ну, как сено, ну, будем вкашивать участок за участком. Высохло и туды, высохло и туды. Правильно? Мелочь все это. Бедный мучается гребенкой этой, которая, как называется эта гребенка? Плоская. Потому что кое-кто шпатель оставил зубчиками в коридоре на этой, как называется, на полочке, где обувь составляется. Мы хотели делать ракушки. Так что Анастасия, там, обрати внимание, что мой шпатель остался. Помимо тапочек и снегоочистителя для машины. Вот. Оп. И долго ты будешь снимать? Я работайте. Я работайте. Все, ну так. Я и работа несовместимы. Штучки красные. Ну пока, красота. Ой, спинка заболела. Неправильно стояла. Ой, спинка. Все работают, кто-то что-то делает. У нас, кстати, снега еще нет, смотри, Настя. Вот, сестрица вчера фотку, видос скинула мне фотку. У них там снега много-много. Это 100 километров от нас, между прочим. О, какая краснющая щечки. Надо капюшон надевать. Вот, а это самое. Снега вчера много-много выпало. А у нас был дождь вчера. А сегодня просто морозик. Снега нет. Нет снега. И такое чувство, что живем ни в одном государстве. Ни в одной стране. Ой, застегивается. О, застегнулась. Все. Пойду работать. Ну вот и все, друзья. Мы уже даже с Антошком накрыли доски, что если пойдет снег, чтобы снегом не присыпало. Ну, снизу должно не позадувать. Тут тоже накрыли, аккуратненько все послаживали. Вот. А, вот у меня еще эти перекладины нужно убрать. Вот это вот все убрала. Саша поехал домой, там нужно ему позвонили. Вот и все, можно сказать. Вот это все убрали, как видите. Вот это вот у нас нужно порезать на дрова. Это все будет в следующие выходные. Ну, если снегом припорошусь, в принципе, тут сильно-то не замечет еще, я так думаю. Вот, по самое колено снег не выпадет. Так, что он тут у Санька? Осталось еще 3 ряда положить, и уже будет потолок, будет только в той части, где будут куры, будет потолок. Вот, а отсюда будет вход, и типа он туда, на крышу, на... ну, понятно, между потолком и шифером, то есть уже эта крыша. Можно было туда сено забрасывать, чтобы было курком теплее. Блоков должно хватить, в принципе. Как бы так вот. Что еще у нас? Шифер этот. Сразу бардак убрать бы этот еще. Но у нас уже времени маловато. Нужно ехать домой, потому что детям нужно делать уроки. Вот. Если снегом не пропорошить за неделю. В принципе, еще как бы таких снегов у нас не обещается, морозов. Вот, все это уберется. Нет, так уже по весне все это уберется, все это почистится. Вот, за зиму нам вот Саша или Антоша и я немножко перетащили сюда брусы. Этот надо еще занести. За зиму, в принципе, с деревом работать можно. Вот, если все будет хорошо, то это будем с Сашкой клепать террасу. В принципе, шифер под носом, чтобы не таскать. Тут у нас накрыто, это у нас дрова. Сашенький стульчик припер старый.
прям такой старинный. Кому нужен стульчик? Старинный, пристаренный. В принципе, такое дерево еще мощное. Тут вот только подгнивший, либо кто-то погрыз. Отреставрировать хороший стульчик. Ну, короче, пойдет на дрова. Ну, вот видите, тут вот у нас хлам, мусор. Железо. Ну, сейчас перед Сашей, может, мы еще это железо сейчас в одну кучку где-нибудь сносим, уберем. И это, ой, пакеты поубираем, в принципе, что тут? Кирпичи. Ай, честно говоря, я уже устала, столько досок перетаскали уже с Антошкой. Вот, заморились. У меня уже щеки посинели на улице. Так, сейчас Лилёк даст зелей. Что это? С голой головой, с голой шеей. Вот. Спрятаться надо. А то тётя глядит на меня. Ой, всё, сели-присели. Ой, ну еще блоков много-много. Слушай, блоков не хватит. Вон еще два целых вижу блока. Три даже. Где? О, вот тут. В этой кучке. Поэтому блоков должно хватить. Все будет нормально. Но потом можно будет дверями заниматься, окнами можно будет заниматься потихонечку. Сейчас я, наверное, пока Саша нема. Блоки это все тоже тут поубираю. Он видно, да? Вот тут вот блоки лежат. Ну, короче, сразу бардак. Вот, сегодня немножко, можно сказать, с обеда мы тут работаем, до обеда дома там возились, пока проснулись, пока глазки пооткрывали. Вот. Такие дела. Дети играются. Все, мои хорошие, буду на этом прощаться. Поработали мы хорошо. Лидия над этим посмеялась. Вот, весело человеку нам тут. Красненький у нас есть. Такая родиловец Людмила. Это самое. Ей весело. У меня на канале. Я очень рада, что я веселю вас. Вот. Так что как-то такие вот дела. Неадекватные, как говорится, у нас есть тут такие люди. Дякую Богу, что последний год. Ой, видите, у меня же волосы как отросли. Жесть. Капец. Капец. Все, ладно. Хорош веселить народ. Все у нас хорошо. Все у нас замечательно. Чего я вам желаю. Всем пока-пока.